Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья! Позвольте поприветствовать всех, кому интересны вопросы подготовки к предметной олимпиаде по технологии. Приветствую я и тех, кто сейчас онлайн у экрана, и тех, кто будет смотреть наш вебинар в записи. Я Захарова Елена Олеговна, заведующая кафедрой технологии и методики преподавания технологий Омского педуниверситета. По базовому образованию я инженер-технолог-конструктор и кандидат технических наук. Моей научной специальностью являются системы автоматизированного проектирования в швейной промышленности. Поэтому попробую рассказать вам об этой ситуации на достаточно профессиональном уровне. Вначале хотелось бы, так, что-то не двигается у меня слайды. Итак, вначале хотелось бы сказать вам о нормативных основах проведения нашей Олимпиады. И хотя Олимпиада по технологии проводиться в этом году будет уже 20-й раз, те нормативные основы, на которых мы строим свою деятельность, у нас с вами были приняты в 2013 году. Надо сказать, что документы обновляются регулярно, и на сегодняшний день мы руководствуемся двумя приказами Министерства просвещения России от 24 июля 2019 года и приказом Министерства науки и высшего образования от 30 августа 2019 года. Но основные цели Всероссийской олимпиады школьников по технологии достаточно широки и глубоки, и они затрагивают как развитие интереса школьников, так и приобщение их к профессии и развитие школьников как личности. Организационная модель проведения Олимпиады по технологии представляется следующим образом. У нас с вами две номинации: техника и технологии, техническое творчество и культура дома, дизайн и технологии. Сама Олимпиада имеет 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. И сейчас мы с вами находимся на том моменте, когда школьные олимпиады мы уже с вами провели, и сейчас готовимся к проведению муниципального этапа. И да, в дальнейшем будем готовиться к региональному и заключительному. Хочу обратить ваше внимание, что Олимпиада по технологии всегда проводится в течение 2 дней. Дистанционная форма ни в коем случае не допускается, только очное участие. Ну и традиционно каждый этап Олимпиады включает в себя 3 тура. Теоретические задания, практические работы и защиту творческого проекта. Мы с вами сегодня будем говорить о практической работе. Ну, надо сказать, что та практическая работа, которая сегодня является целью нашего вебинара, она относится к направлению культура дома, дизайн и технологии. И кроме этого, этой работы по моделированию швейных изделий, там существует еще для школьников выбор в количестве 7 работ. Но это уже рассказать о тех работах задача другого спикера. Мы с вами сегодня говорим о практической работе по конструированию и моделированию швейных изделий. Хочу обратить внимание на то новшество, которое появилось в этом году, в том числе с использованием графических редакторов. Содержание практической работы по моделированию швейных изделий заключается в следующем. У нас работу участники выполняют по эскизу и описанию моделей. Задание предусматривает нанесение линий фасона на чертеж и подготовку выкройки к раскрою. Выполняется это все в масштабе 1:4. Для каждого участника Олимпиады существует определенный комплект раздаточного материала. Всегда у нас есть эскиз моделей, подробное описание модели, чертеж основы, лист контроля практического задания, лист результата моделирования, куда участник будет приклеивать результат того, что у него получилось, и карта по операционного контроля, которая помогает участнику сориентироваться по тем аспектам,
которые будут проверены в его работе. И таким образом она может помочь ему правильно выполнить задание. Также практическая работа по моделированию содержит два листа для жюри. На первом листе у нас представлена всегда карта контроля практического задания по моделированию с нанесением линий фасона и надписями. И также тот результат моделирования, который у участника должен получиться. Я хотела бы вам сказать о том ресурсе, где вы можете взять задания регионального и заключительного этапов, начиная с 2011 года. Хочу обратить ваше внимание, что в презентации, которую потом вы можете скачать на российском учебнике, все ссылки, которые представлены в моей презентации, они кликабельные, и вы сразу с них можете перейти на те ресурсы, о которых я вам сегодня буду рассказывать. Итак, материалы регионального и заключительного этапа у нас представлены на ресурсе, который вы видите на слайде. Сейчас олимпиадами занимается РУДН, поэтому на страничке вы видите их значок, который как раз и сигнализирует о том, что этот университет является базовым для проведения, для подготовки и проведения всех олимпиад. Но хочу обратить ваше внимание, что, так скажем, университеты, которые занимаются такой подготовкой, у нас в течение ряда лет менялись, а вот этот ресурс остается неизменным. К нему подключаются те образовательные учреждения, которым передается это право регламентировать и организовывать работу регионального на региональном и заключительном этапе. Поэтому, сохранив себе эту ссылку, она независимо от того, какое образовательное учреждение будет этим заниматься, у вас этот архив всегда будет под рукой. Ну, теперь мне хочется показать вам пример этого вот, закончившегося учебного года 18-19, пример, который был в 9 классе на заключительном этапе по моделированию юбки. Хочется сказать, что всегда на работу, которую получают обучающиеся, содержит задание и листы для выполнения этого задания. Но хочется отметить, что с каждым годом описание модели становится все подробнее и подробнее. Уже следуя описанию модели, как алгоритмам, можно безошибочно выполнить задание, потому как эти подробные описания с всеми техническими характеристиками и измерительными характеристиками для обучающихся представляются. На втором листе, как правило, у нас дается чертеж основы, которая используется участником для выполнения моделирования, и этот лист выполняется из цветной бумаги. Этим листом мы пользуемся, можно этим листом воспользоваться как шаблонами, а лист на листе бумаги выполнить эти базовые чертежи дополнительно, а можно сразу на цветной бумаге их распечатывать для обучающихся, и, соответственно, из этого листа они выполняют те действия, которые будут представлены на следующем листе. То есть мы вначале наносим на базовую основу те действия, те линии и те надписи, которые необходимо сделать с этой выкройкой, а потом уже производим эти манипуляции с шаблоном. И вот на следующем листе мы эти результаты вклеиваем. И карта операционного контроля здесь у вас представлена, лист 5. Специально листы я оставила нумерацию на тех листах, которые раздаются обучающимися, чтобы вы видели, какие листы присутствуют и что на них расположено. Если вы посмотрите на карту по операционного контроля, то тоже вы можете увидеть, что эта карта является своеобразным алгоритмом действий. И если даже не очень владеть
информации, как это нужно выполнять, уже следуя карте критериев оценивания, можно прекрасно выполнить это моделирование, если навыки графические у ребенка развиты хорошо. Но мы, конечно, говорим не о таком, не о такой ситуации, когда ребенок вынужден догадываться, чтобы сделать, а о ситуации, когда ребенок однозначно подготовлен и прекрасно знает и понимает, что он делает, как он должен это делать и каким образом работа его будет оценена. И вот на следующем слайде как раз представлены два листа, которые видит жюри, когда оценивает работу школьников. На первом листе у нас представлены на шаблоне юбки те изменения, которые с выкройкой ребенок должен произвести, с наличием тех надписей, которые обозначают действия, которые нужно выполнить. И на втором листе мы видим уже так называемый комплект лекал, результат моделирования, когда у нас детали, которые выполнены для раскроя в правильным образом обозначены, то есть названы, подписано количество деталей и припуски на швы. Также детали содержат информацию о направлении нити основы или нити долевой, как мы ее еще называем. Но для того, чтобы подготовить ребенка, я бы хотела вам предложить следующий алгоритм выполнения практической работы и подготовки к практической работе по моделированию. Во-первых, что должен понимать ребенок, когда он приступает к моделированию? Это умение анализировать текст, описание модели. Второе – это анализ эскиза. Третье – это наложение базисной сетки изделия на эскиз модели. Четвертое – выполнение непосредственно моделирования изменения выкройки. И пятое – это оформление комплекта лекал или выкроек. И поподробнее о каждом этапе этой работы. Ну, во-первых, для того, чтобы уметь анализировать текст описания модели, мы можем пользоваться не только тем архивом, о котором я только что вам сейчас говорила, но и пользоваться журналами кройки и шитья, которые в большом количестве имеются, я думаю, в каждом кабинете, где учителя готовят своих участников к этому этапу Олимпиады. Вот, например, здесь на листе вы видите страничку электронную журнала «Бурда», где у нас с вами есть модель, фотография этой модели, есть эскиз этой модели и описание. И мы с вами можем понимать, что описание, которое представляется в журналах, оно очень поверхностное и несколько эмоциональное. То есть оно рассчитано на потребителя, как завлекалочка выбрать эту модель, а не для специалиста, который по описанию строит выкройку этого журнала. Но дальше я буду еще рассказывать, каким образом журналами, и в том числе журналом Бурда, мы можем пользоваться для того, чтобы еще и навык моделирования у ребят формировать. Но, по крайней мере, здесь какую информацию мы можем для себя почерпнуть? Мы видим некоторые названия деталей и обучаемся правильно детали называть. Ну и видим в категории «теги» или «важно» тоже определенные термины, которые касаются конструкции нашего изделия. Следующий журнал, о котором бы я хотела сказать, где точно так же мы можем взять материалы для работы, это журнал «Ателье». Хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас очень многие источники информационные в интернете предлагают архивы различных журналов. Архивы эти представлены как просто в электронном виде, в виде отдельных рисунков и фотографий, так и в виде PDF-формата журнала. Вот, кстати, журнал «Ателье» как раз представляется в PDF-версии, которую вы можете скачать. Те журналы, которые вас заинтересуют. Ну и там, конечно, кроме моделирования,
много еще очень информации, о которой, может быть, вы и знаете, а может быть, мы с вами об этом немножко позже еще тоже будем говорить. Третий журнал, о котором я хотела бы вам сказать, это журнал «Крой и шитье». Ну и надо сказать, что в этом журнале тоже у нас представлены эскизы и описания. Ну и вот то описание, которое модели здесь А, Б и С у нас представлены, справа я вам вариант описаний вывела чуть-чуть крупнее, для того, чтобы вы видели, что это тоже описание достаточно неполное и частично может помогать нашей подготовке, но этого все-таки недостаточно. И вот те тексты, которые получает наш обучающийся на региональном и заключительном этапе. Надеюсь, что если на этапе муниципальном и школьном вы готовите для своих учащихся методические материалы, разрабатываете задания, то вы точно так же полно описываете эту модель. Надо сказать, что описано и общее состояние, общий внешний вид модели, и отдельно по разным элементам конструкции. Описание представлено. Хочу обратить ваше внимание на то, что когда мы с вами говорим об эскизе и словесном описании модели, то мы приобщаем ребенка к такой категории, так скажем, математической категории программирования, как модель. И моделирование. Несколько у нас разные понятия в швейной отрасли и в математике к этим терминам, но тем не менее общность уже прослеживается. И надо обратить ваше внимание, что к той модели, которая является в математике моделью, эскиз является графическим представлением, то есть графической моделью, а описание модели является словесной моделью. И, соответственно, характеризует тот объект, который нас интересует. Для работы с описанием я хотела бы вам предложить упражнение из того опыта, которым пользуюсь я. Может быть, кто-то тоже таким образом работает. Но вот что я предлагаю своим учащимся и в том числе студентам. Ну, эту работу я им предлагаю выполнять в парах для того, чтобы мотивировать их к взаимному контролю, в чем же заключается работа. Для пары обучающихся я предлагаю два эскиза. Каждая ученица выполняет по эскизу описание, и на этом этапе рисунки, то есть эскизы моделей, девушки друг друга не видят. Затем ученицы обмениваются описанием, оставляя эскиз у себя. И вторая девушка, то есть после обмена, по словесному описанию они пытаются нарисовать эскиз. А затем мы сравниваем тот эскиз, который составлен по описанию, и тот эскиз, который послужил основой для описания. И затем мы уже вносим коррективы и разбираем те моменты, которые привели к некоторым, ну, иногда бывает даже казусам. Я хочу обратить ваше внимание, что вот тут, где у меня на слайде серенькое пятнышко, ну, ситуация такая, когда ученики выполняют модель, это очень часто бывает в электронном виде, а когда мы это выполняем работу в режиме офлайн, то мы рисуем от руки. Ну и надо сказать, эти эскизы никто не сохраняет, поэтому вот представить этот рисунок для меня, мне не представилось вам возможным. Но вы можете хранить эти рисунки и использовать их тоже как базу для разбора ошибок, наиболее часто встречающихся, которые ученики допускают при описании изделия. Зачем нам необходимо, зачем я говорю так много об описании модели? Когда мы с вами обучаем школьников к внимательному изучению эскиза и описания, с одной стороны, мы учим их причинно-следственным связям, пониманию причинно-следственных связей, а с другой стороны, мы учим их внимательно переносить потом полученную информацию на шаблон уже и для выполнения моделирования.
Но второй этап, который следует за анализом описания, это непосредственно анализ эскиза. И здесь мы с вами будем говорить о том, что необходимо учащимся понимать основные конструктивные линии, которые у нас существуют в одежде и в фигуре. Вертикальная основная конструктивная линия проходит посередине фигуры и совпадает с позвоночником, и горизонтальные линии, это конструктивные пояса, так называемые, они проходят горизонтально, параллельно полу, и эти линии, это линии плеч или линия горловины, линия груди или линия глубины проймы, линия талии, линия бедер, линия колен, линия икр, линия низа, ну и могут быть дополнительные вспомогательные линии. Когда мы с вами говорим о переносе, будем говорить о переносе модельных особенностей с эскиза на шаблон, мы должны научить наших участников Олимпиады воспринимать фигуру, которая очень часто имеет динамическую позу, а не статическую, и понимать изменения наклона вот этих горизонтальных линий, как они представлены на рисунке в центре слайда. Следующим этапом является подбор конструктивной основы. Но надо сказать, что на Олимпиаде этот этап за учеников выполнили Центральная методическая комиссия, которая готовит материалы Олимпиады. И шаблон базовой конструкции уже дан. Но когда вы работаете с участниками Олимпиады, вы можете и этот этап проработать во время выполнения заданий, то есть представить ученику возможность выбрать базовую конструкцию. Ну и когда мы выбираем базовую конструкцию, на Олимпиаде в том числе, мы с вами должны сделать при анализе первый вывод, когда мы накладываем базисную сетку, симметричное ли у нас изделие или асимметричное. И от этого будет зависеть, каким образом мы с вами возьмем и будем использовать шаблон. Возможно, мы какое-то из полотнищ, ну вот в данной юбочке у нас переднее полотнище несимметричное, значит, мы переднее полотнище шаблона выполним для моделирования со сгибом и будем работать с шаблоном в разворот. Ну и дальше наложение базисной сетки даст нам понимание геометрических размеров тех конструктивных элементов, которые имеет наша юбочка. Здесь что у нас? У нас с вами кокетка, у нас с вами есть защипы, у нас с вами есть эффект банта и у нас с вами есть драпировка. Первое, что мы видим, модель несимметричная, у нас есть что-то похожее на рельеф, хотя расположение его не совсем можно отнести к месту, на каком обычно рельеф располагается. Ну, можно просто назвать это декоративным швом, в который втачивается интересная деталь с драпировкой. Ну и, соответственно, когда мы анализируем, накладываем сетку чертежа, мы можем сделать еще вывод относительно линии талии и линии колен. Если вы обратите внимание, то линия талии находится выше верхнего среза юбки. Это говорит нам о том, что на юбочке заниженная линия талии. Когда мы будем наносить это на сетку чертежа, на сетке чертежа у нас естественная линия талии, значит, мы должны будем занизить нашу линию талии на юбочке. И когда мы будем ориентироваться линией колен, то мы видим с вами, что линия колен осталась ниже полотнища нижнего края юбки, то, соответственно, юбка у нас будет выше колена. Ну и если мы накладываем базисную сетку на плечевое изделие, то у нас с вами добавляются к линии талии, линии бедер, линии колен еще линии, которые расположены в верхней части корпуса. Это линия груди и линия горловины или линия плечевого пояса. Соответственно, линия середины точно так же проводится, и мы первое, что делаем в анализе вывод, о симметрии этого изделия. Здесь в данном случае у нас платьице симметричное.
Когда мы выполняем непосредственно виды моделирования, то мы обращаем внимание, как я уже говорила на предыдущем слайде, на место расположения этих конструктивных элементов и выполняем деление деталей основной на части и продумываем изменение формы этих деталей. Для изменения формы деталей мы используем, как правило, три конструктивных метода. Это изменение при помощи выточек, в данном случае в юбке талиевых выточек, если будет плечевое изделие, то нагрудных и талиевых выточек, и дополнительное разведение деталей. Дополнительное разведение деталей у нас может быть параллельным, как у нас в данном случае представлено на слайде, а может быть и в виде, может быть это разведение коническим или конусным, или радиальным, как его еще называют, которое представляет наши линии, лучи разведения в радиальном виде. И здесь у нас с вами представлена на слайде юбка тюльпан, где как раз у нас с вами разведение деталей при помощи конического геометрического построения произведено, и это так называемый разведение конусом вверх. То есть когда у нас основание конуса поднимается вверх, а вершина конуса опускается вниз. И у нас существует обычное разведение конусом вниз, когда у нас вершина конуса находится вверху, а основание конуса находится внизу относительно пола. Когда мы говорим с вами о плечевом изделии, ну, в данном случае плечевое изделие с вточным рукавом, то основным видом моделирования, как правило, является моделирование, в котором участвует перенос нагрудной выточки. Перенос нагрудной выточки может располагаться в разные участки конструкции, и от этого изделия наше будет иметь разный внешний вид. Если мы будем говорить, например, о переносе нагрудной выточки в вертикальный рельеф, то, соответственно, мы на плечевом срезе отметим точку начала рельефа. И что мы должны с вами, на что обратить внимание, когда мы переносим выточку в рельеф? Будет проходить этот рельеф через центр груди или нет? Если у нас в эскизе рельеф проходит через центр груди, то мы тогда соединяем точку на плечевом срезе с центром груди и оформляем рельеф таким образом. Когда мы с вами будем говорить о сложных рельефах или сложных подрезах, то мы должны с вами научить обучающихся находить точки начала и окончания линий, которые нас интересуют. Ну вот, например, в данном случае у нас с вами наклонные подрезы. И этот наклонный подрез, если мы будем говорить начинать анализ от середины фигуры, он у нас идет от точки, которая находится чуть-чуть ниже линии груди, а к талии, к боковому шву, эта линия приходит как раз к линии талии. И, соответственно, вот вы видите нанесение этой линии на шаблоне. Ну и дальше мы с вами будем выполнять моделирование горловины в этом случае, моделирование изменения ширины изделия внизу и заниматься моделированием рукава. Если мы будем говорить об изменении выточки нагрудной, то она у нас в защип переходит к линии подреза. Как вы видите, вот она у нас представлена на рисунке в середине. И у нас с вами изменяется ширина клина по линии низа. И здесь мы четко должны понять, у нас с вами
изделие, ну, вот здесь красной линией отмечена серединка, но если вы обратите внимание, шва здесь посередине нет. Соответственно, изменение посередине детали у нас не может быть. У нас изменение ширины будет по клину только по рельефу и по боковому шву. На эти моменты тоже надо обращать внимание, потому что иногда дети допускают такую ошибку, когда, увлекаясь, они добавляют и ширину по низу, по середине клина, не обращая внимания на то, что сгиб детали не позволит нам выкроить деталь с таким клином. Ну и рукав, соответственно, у нас выполнен с коническим разведением деталей. Для того, чтобы получить коническое разведение деталей, мы наносим несколько линий на основу рукава, определяем длину рукава и после этого выполняем разведение. Но надо обратить внимание, что величина разведения, она варьируется в зависимости от того эскиза, который мы видим. И мы учим ребенка вот эту пространственную форму тоже анализировать, насколько активно разведение. Ну а когда мы выбираем с вами модель для конкретной фигуры, мы думаем и о фигуре, насколько ей грамотно будет украшать эту фигуру будет такое разведение, и будем обращать внимание на ткань, которую будем подбирать к этой модели для того, чтобы такое активное или менее активное разведение ткань выдержала и выглядела достаточно эффектно в готовом изделии. Ну и вот здесь у нас с вами представлены детали с указанием их названий и количество деталей, долевых нитей и припусков на швы. Обращаю ваше внимание, что здесь припуски на швы я указала для условий серийного производства. А мы с вами, как правило, готовим детей и учим их подбирать припуски для условий индивидуального пошива. И вот об этом мне хотелось бы сказать отдельно. Тоже хочу обратить ваше внимание, что выбор припусков на швы, ну, хотя бы, может быть, такая, кому-то казалось, легкая операция, она тоже очень хорошо формирует у ребенка понимание причинно-следственных связей. Почему? Потому что размер припусков у нас всегда будет зависеть от вида шва. И когда ребенок выбирает, сколько, какой припуск поставить на каком срезе, он должен понимать, как этот шов будет обработан в изделии. Для условий соединения деталей у нас существуют три основных группы швов – соединительные, обточные и подшивочные. Какие швы мы называем соединительные, если посмотрим на две данных модели одежды. По рельефу у нас шов соединительный. По плечевому шву у нас шов соединительный. По линии талии жакета у нас шов соединительный. Детали рукава, верхняя половинка и нижняя половинка у нас тоже будут соединяться соединительным швом. Когда мы рукав втачиваем в пройму, шов тоже является соединительным. Мы соединяем две детали. Если бы у нас здесь с вами был воротник, то тогда соединять воротник, втачивать его в горловину, мы бы тоже стали соединительным швом. Здесь же у нас немножко другая ситуация. У нас нет воротника, соответственно, срез, который мы обрабатываем горловину, а обрабатывать мы его будем обтачкой, как догадаемся, как догадаются все, кто знает правила обработки таких деталей. И, соответственно, по горловине здесь у нас шов обточной. Какие у нас швы являются, какие группы швов мы видим с вами на платье, представленном справа? У нас с вами обточным будет являться один шов проймы и шов горловины. Второй шов втачивания рукава у нас будет соединительным. И вот если бы у вас была такая модель на Олимпиаде, то мы бы обратили внимание ребенка, что припуски
на швы у этого изделия были бы на пройме разные. Правый рукав мы обрабатываем обтачкой и шов обтачной, а левый рукав у нас с рукавом и, соответственно, шов соединительный. На это надо обращать внимание наших обучающихся. Ну и отдельно хотелось бы сказать о группе подшивочных швов, потому что величина подшивочных швов у нас будет меняться от конструкции низа, а подшивочные швы у нас применяются только по низу деталей, по низу рукава, низу жакета, низу платья и так далее. И здесь величина припуска у нас будет зависеть от геометрической формы детали. Если у нас деталь прямой формы, то припуск самый большой, 2-3 сантиметра. Если у нас изделие слегка расклешенное, то припуск будет от 1,5 до 2 сантиметров. А если у нас деталь активно расклешенная, то, соответственно, припуск будет уменьшаться до 1-1,5 сантиметров. Если мы говорим с вами об активно расклешенных деталях, баска, которая выполнена в жакете, и рукав расклешенный, у нас как раз будут относиться к активно расклешенным деталям. И мы бы для них выбрали тот припуск, который указан в нижнем прямоугольнике. Ну и когда мы с вами научим ребенка выбирать припуски на швы в зависимости от места расположения и соединения деталей, то у него не будет возникать проблем с определением размера припуска. Так, что-то у меня опять. Теперь я хотела бы вам показать некоторые моменты, которые мы можем использовать из журналов мод, которые, как я уже говорила, и наверняка имеются в каждом кабинете. Вот страничка из журнала мод Бурды. Здесь мы всегда имеем с вами эскиз модели. И такая деталь, такой элемент, который называется характеристика деталей и название деталей. Характеристика деталей нам даст внешний вид, а название деталей нам даст тренировку для обозначения этих деталей. И количество деталей тоже мы можем проверить. То есть, когда вы в задании, обучающимся на тренировочных сборах, выдаете эскиз, он сам себя легко может проверить, так ли, такие ли по конфигурации детали у него получились. И, соответственно, вы можете его проверить таким образом, и сам ребенок может себя проверить. Название деталей, надо сказать, что в журналах, как правило, правильно, безошибочно описаны, но надо обратить ваше внимание на то, что некоторые детали имеют двойные названия. Например, боковая часть полочки иногда называется бачок, средняя часть – боковая часть спинки тоже иногда называется бачок спинки, но принадлежность к полочке и спинке обязательно указывается. Поэтому, если ребенок указал на детали номер 2 вместо слов боковая часть полочки, бачок полочки, такое название детали тоже мы принимаем как верное. Ну и отдельно стоит обратить ваше внимание на то, как мы учим обучающихся выполнять детали, которые называют, так скажем, вспомогательными или не основными, в данном случае подборд. Если вы видите, что подборд у нас выполняется на детали полочки, а деталь полочки сама у нас состоит из двух частей, то подборд таким образом мы выкраиваем, когда выполняем, когда совмещаем детали, которые выполняются наметкой на основных деталях. Вот по поводу дополнительных деталей хочется еще сказать о том, что участники Олимпиады об этих вспомогательных деталях чаще всего вообще забывают. И ваша задача обратить их внимание на то, что конструкция этих деталей выполняется по-разному, и научить их, как правильно выполнять эту конструкцию. Надо сказать, что детали вспомогательные очень часто имеют дополнительные швы. Если мы посмотрим на подборд в данном случае,
то здесь целесообразно не выполнять такую вот деталь такой сложной формы, это будет очень неэкономно в раскладке. Мы должны здесь где-то сделать шов. Где мы будем делать шов? Можем делать шов на месте соединения как бы нижней обтачки и подборта, а можем сделать этот шов на участке между подбортом и швом, который вот у нас относится к детали боковой части. Как правило, одновременно с выполнением деталей вспомогательных мы учим ребенка понимать целесообразность конструкции дополнительных деталей и экономичность раскладки этих деталей. Поэтому нет, нецелесообразно такую вот деталь выполнять без швов, и мы должны научить ребенка выполнять, предполагать, где может быть шов на такой детали. Еще хочу обратить внимание, что если бы вот мы деталечки, которая вот у нас касается подборта и нижней обтачки, которая относится к бачку, соединим здесь, то мы вот получили бы здесь линию этого соединения. Мы также должны обратить внимание обучающихся, что при раскрое, как правило, эти швы не должны будут совпадать. Почему? Потому что у нас тогда возникнет толщина, которая не позволит нам красиво обработать нижний срез жилета, и, соответственно, у нас могут возникнуть определенные технологические сложности. Этот шов, как правило, нужно подвинуть по длине этой нижней обтачки. Ну и теперь мне хотелось бы вам сказать о тех методических материалах, которые могут помочь вам в подготовке обучающихся. Ну, естественно, традиционная линия технологии ведения дома в каком-то моменте частично может вам помочь, но хочу обратить ваше внимание, что универсальные линии, как правило, содержат минимальный состав информации. И если мы говорим с вами о... Извините, пожалуйста. Если мы говорим с вами о подготовке обучающихся именно к практической работе по конструированию, то я бы, конечно, вам рекомендовала ту линию, где в авторском коллективе присутствует имя Ольги Алексеевны Кожиной. Эта линия наиболее полно отражает все аспекты раздела, касающегося конструирования и моделирования одежды, в том числе разделы, касающиеся истории моды, зрительных иллюзий. И в этом случае такой учебник вам поможет более серьезно. Но из новых учебников хочу обратить вам ваше внимание на то, что материалы учебника Ольги Алексеевны Кожиной присутствуют в учебно-методическом комплекте, который сейчас на слайде. Но обратите внимание, что учебники 5-6 класса выпущены в печатном варианте, а учебник 7 и 8-9 класса вы можете воспользоваться только электронной версией, которая как раз расположена на сайте корпорации «Российский учебник». На сайте корпорации «Российский учебник». Но еще хочу также обратить ваше внимание на учебно-методический комплекс по черчению. Учебно-методический комплекс по черчению почему может являться для вас базовым? Все-таки конструирование и моделирование одежды – это тот раздел, который очень серьезным образом связан с черчением. Но связан он и по линиям, которые мы выполняем, связан он и по инструментам, которые мы используем. Здесь же, когда мы подписываем детали, все-таки целесообразно учить обучающихся выполнять подписи чертежным шрифтом. Ну и такие моменты, как организация рабочего места и материалы, с которыми мы сталкиваемся во время работы, они тоже вам помогут в выборе и работе с ними, вам поможет именно учебно-методический комплект по черчению. Отдельно мне хотелось бы с вами
проговорить то новшество, которое в этом году нас всех коснется. Это по выбору, по желанию обучающихся, возможность выполнить моделирование при помощи графического редактора. Надо сказать, что в методических рекомендациях Центральной методической комиссии для школьного и муниципального этапа были рекомендованы вот первые четыре системы по списку. Надо сказать, что первые две системы – это профессиональные редакторы для проектирования одежды. А вот третий и четвертый редактор – это универсальные редакторы. Но мало сказать универсальные, все-таки они больше рассчитаны на строительное черчение и машиностроительное черчение. Конечно, использовать для подготовки вы эти редакторы можете, особенно если вы люди возрастные. И помните, когда в отсутствие фенов мы голову с вами сушили в духовке и получали результат. Но, надеюсь, сейчас это не наш путь. И я призываю вас использовать все-таки для школьников профессиональные редакторы. Как вы можете это сделать? Но лучший вариант, конечно, это сетевое взаимодействие. Если вы не можете воспользоваться такой формой, то первый вариант, который можно применять, это просто в своем городе, поселении, попробовать помониторить образовательные учреждения или предприятия по выпуску одежды. Возможно, они используют какие-то из этих систем проектирования в своей работе. Наладить контакт, используя личные договоренности, всегда можно. Мы с вами живем в России, и люди у нас откликаются на такого рода запросы. Возможно, и прямое обращение руководства школы к руководству этого образовательного учреждения или предприятия. Если же маленький регион, маленький городок, маленькое образовательное учреждение и нет вокруг в доступной шаговой доступности, извините, таких организаций, образовательные учреждения, я имею в виду профессиональной направленности, которые готовят специалистов для швейной отрасли. Если таких специалистов нет, то вот по ссылочкам вы можете скачать демо-версию этой программы. Демо-версия для вас будет абсолютно бесплатна. Единственный минус, который имеет демо-версия, вы не сможете распечатывать эти выкройки. Но вам же не производить по ним одежду, а принтскрин-экран сделать вам никто не запрещает. И принтскрин-экрана делаете и сохраняете для ребенка как результат его деятельности. Ну и, соответственно, когда вы учите работать наших участников Олимпиады в редакторах профессиональных, вы одновременно настраиваете ребенка на вид профессиональной деятельности в швейной отрасли, ну а наша Олимпиада как раз и имеет одну из задач подготовить ребенка к принятию верного решения, какую профессию выбрать. Поэтому профессиональные редакторы я бы вам рекомендовала использовать. Ну и в итоге, по итогам нашего выступления, хочу обратить ваше внимание на тот алгоритм, который я вам предложила для обучения, для отработки навыков обучающихся. Также я хотела обратить ваше внимание на те дополнительные источники, которые имеются в этой презентации. Еще раз повторюсь, те информационные источники, которые я вам предлагаю, имеют кликабельные ссылочки, и вы можете выйти по этим ссылкам на эти источники и ими воспользоваться. Ну и мы с вами идем в ногу со временем и, соответственно, формируем у наших обучающихся использование профессиональных графических редакторов.
Ну, кроме того, что представлено в этой презентации, хочу обратить ваше внимание, что на сайте «Российский учебник» имеется огромное количество методических материалов, и уже имеются даже материалы именно по теме нашего вебинара по конструированию и моделированию швейных изделий. Ну и надо сказать, что «Российский учебник» очень чутко относится к тем предложениям, которые поступают от пользователей. Ну и я от себя могу сказать, что за последний год их база очень серьезно расширилась. Здесь у нас есть и методические материалы, и поддержка в обучении, и программы для уроков и для подготовки участников к Олимпиаде, в частности, и к другим конкурсам. Ну и в том числе есть очень приятные бонусы, о которых немножко позже я расскажу. Ну, надо сказать, что интерфейс достаточно удобный, когда вы можете выбрать и уровень образования, и предмет, который вас интересует. Также вы можете выбрать вид деятельности, который вам интересен. Вебинары или конкурсы, или методические пособия, или какие-то другие виды участия вас. Ну и надо сказать, что за все виды участия вы получаете сертификат, который является вам помощью и поддержкой при аттестации вас на как учителя. Также хочется сказать, что когда мы говорим о вебинарах, вы можете выбрать для себя интересные вебинары и по уровню образования, и по предмету, а также отследить те вебинары, которые уже прошли, и вы по какой-то причине либо их пропустили, либо хотите посмотреть еще раз, они добавили их в закладки. Ну и отдельно посмотреть те вебинары, которые только предстоят, ну и, соответственно, отследить методическую помощь и по другим категориям. Также хочется обратить ваше внимание на то, что российский учебник предлагает как электронные версии учебника, это материалы в PDF, так и электронную форму учебника. Хочу обратить ваше внимание, что электронная форма учебника и учебник в PDF – это две большие разницы, это совершенно разные вещи. И электронная форма учебника, она как раз и позволяет очень глубоко заниматься предметом. Мы же с вами нашим санпином ограничены в весе учебника, и именно по этой причине из наших учебников основная масса материала уходит. Не потому, что авторы не хотят представить этот материал или некомпетентны в его представлении, не приведи Бог. Именно это только в том случае происходит, что мы хотим облегчить портфель ученика. И в этом случае электронная форма учебника позволяет нам очень широко представить материал и глубоко изучать его по разным предметам. Но также хочется обратить внимание, что есть разные формы пользования учебником и на таком цифровом, так скажем, элементе российского учебника, как лекта. Но я могу здесь заблуждаться по поводу принадлежности номинальной этих двух форм и видов, но, как вижу по ссылке, это, так скажем, разные версии одного и того же учреждения, так скажем, и, соответственно, разные виды они тоже представляют методической помощи. Но хочется обратить внимание на два дополнительных сервиса, которые появились совсем недавно. Это классная работа и контрольная работа. Там расположены материалы в помощь учителю для подготовки
к урокам. Ну и теперь вот о приятностях, которые представляет Лекта и российский учебник. Вначале о тех, что какие бонусы нам дает Лекта. По промокоду мы можем воспользоваться учебниками в разных количествах на разный срок бесплатно. Зачем нам это надо? Когда мы посмотрели и потестировали учебник бесплатно, мы можем принять решение, приобрести ли нам платную электронную версию, и цена там, мягко говоря, символическая, или приобрести этот учебник или эту электронную форму учебника для своего образовательного учреждения. Ну и хочется сказать, что расширяется количество курсов повышения для педагогов в корпорации «Российский учебник», и дистантная форма и удостоверение установленного образца – это два неоспоримых плюса, которые мы имеем и можем воспользоваться на сайте «Российский учебник». Ну и хочется также сказать, что есть центр дополнительного образования на этой платформе, где тоже мы можем воспользоваться разного рода материалами. Ну и программа лояльности, которую запустил «Российский учебник», это отдельная ситуация. Она касается не только книг, учебников или курсов повышения квалификации. Там у нас есть еще и скидки и подарки, и в разных, так скажем, партнерских организациях «Российского учебника». Ну и заканчивая свой вебинар, я хочу пригласить вас через неделю, 21 ноября в это же время, на вторую часть нашего вебинара, и мы с вами поговорим о практической работе по обработке ткани. Ну и если у вас есть вопросы, и если у вас вопросы есть сейчас или вы хотите их оформить позже, пожалуйста, мои контакты, электронная почта и телефон, вы можете обратиться, и я всегда подскажу и расскажу вам обо всех моментах, которые могут вас заинтересовать. Ну вот, пожалуй, и все. Теперь хотелось бы посмотреть на вопросы и ответить на ваши вопросы. Так, наверное, я останавливаю показ. Так, сейчас мы справимся с техникой. Посмотрим вопросы. Так, что-то вот вопросов я не вижу, где я должна посмотреть учебники. Вопросы, честно говоря. Так, открыть беседу. Угу. Нет, это немножко не то. Это мой чат. Так, попрошу службу поддержки подсказать, что мы делаем дальше. Если вопросов нет, то, по всей видимости, я прощаюсь с вами. Жду ваши вопросы на электронную почту. Желаю вашим участникам Олимпиады успехов и вам, понимающих учеников, пытливых, интересующихся и в конечном итоге побеждающих в этом виде Олимпиады.